Доброго здоров'я. Чи може бути така ситуація і наскільки вона взагалі реальна під час теперішнього поступового просування? Ми настільки знищимо тили і знищимо живу силу ворога, що фронт посипеться в один момент без глобальних проривів. Ну так ми на це розраховуємо. Іменно це і є одна із цілей виснажування і зматування противника на лінії фронту. Ми йдемо ціленаправленно, давимо на лінію оборони противника, маємо успіх, тобто ми успішно наносимо противнику пораження, він винужден відступати, при цьому противник несе потери в живій силі і техніці, він винужден тратити більше кількість боєприпасів, щоб намагатися зупинити наші війська, і при цьому ми уничтожаємо тили. Пам'ятаєте, я вам говорив, що от ця операція на Бердянському Мелітопольському направлении очень похожа на Херсонську операцію, яку ми проводили на правому берегу Дніпра. И тогда мы заставили противника за счет разрушения логистики, мы заставили уйти его с правого берега. Здесь она немножко шире и немножко, ну будем так говорить, глубже проводится. То есть у нас здесь двойное давление. Там мы не наступали активно, а здесь мы активно наступаем на позиции противника и при этом выносим его склады. В какой-то момент фронт должен обвалиться. И я думаю, что ну, это не, этот момент не за горами. Добрый день. У меня вопрос. Есть ли в мире самолеты тактической авиации, которые способны сбивать баллистические ракеты? И может ли это делать F-16? Нет, это по баллистике практически никто не работает. Сейчас есть некоторые разработки по созданию ракеты, противоракеты по баллистике воздушного базирования. Но проблема заключается в том, что самолет должен находиться либо на поперечном, либо на встречном курсе от баллистической ракеты и время пуска ракеты. Вот что самое важное. Поэтому нет, F-16 не может. Самолетов таких нет. Есть экспериментальные разработки по ракете воздушного базирования. В основном все в баллистике, все при борьбе с баллистическими ракетами или баллистическими целями системы ПРО используют исключительно стационарные, точнее не стационарные, наземные средства борьбы. И обратите внимание, я уже говорил неоднократно, что при борьбе с баллистическими целями, как правило, комплексы работают в автоматическом режиме. И им нужна внешняя разведка, комплексная разведка, включая спутниковую разведку. Почему? Потому что спутник должен вовремя засечь пуск ракеты. Тогда есть шанс, что система успеет цель захватить, обработать и среагировать до того, как цель выйдет из зоны поражения или до того, как цель успеет достигнуть своей цели. И обратите внимание, помните вот эти события 16 мая, когда Киев, там было воздушное сражение целое было, ракеты все были сбиты на конечном участке траектории. То есть время это главный бич при борьбе с баллистическими целями. Вот. Так что нет, с авиацией есть эксперименты воздушного базирования, но при этом есть проблемы ориентирования направления самого самолета. Но сегодня таких самолетов на вооружении стран нет. Интересно, почему никто не поднимает вопрос о сдаче ядерного оружия после капитуляции России? Если приходит новая власть в России, мировое сообщество должно позаботиться о своей безопасности и не ждать, когда опять в России начнут размахивать ядерной дубиной. Опыт есть. У Украины забрали все ядерное оружие, которое было третьим по величине после США. Интересно, что было бы услышать ваше мнение, заранее благодарю. Ну, я двумя руками за. Я думаю, так и будет. Вот помните, я вам говорю, что почему, что делают Соединенные Штаты? Почему они, одна из причин, на мой взгляд, почему они затягивают наш конфликт? Почему нам в марте прошлого года не дали там Абрамсы, Патриоты и не дали Атакумсы для того, чтобы мы быстро и качественно разгромили
Российскую Федерацию. Потому что Путину дают возможность вытянуть весь боевой потенциал из России, который он сегодня может вытянуть. Вот он практически сейчас, Федерация, на пределе своих возможностей. В плане экономики, в плане военно-промышленного комплекса его способностей, и в плане финансирования даже. Вот. И, соответственно, в плане ресурсов, как военных, так и мобилизационных. Да-да, не смотрите, не удивляйтесь, что там Шойгу там бил себя в грудь, кричал 17 миллионов, поставим под ружье. Так вот, кормите вас нечем. У вас вон босоногие мальчики где-то там на левом берегу в районе Олешек в атаку бегают. То есть берцев на всех не хватает. Вспомните, первые мобилизованные приезжали в спортивных штанах, в атаку шли и в кроссовках, когда вы начали мобилизацию в сентябре прошлого года. Сегодня такая же катастрофа. Вы набираете, там личный состав отлавливает ваши военкоматы, но федерации людей. Но только по мере возможностей, возможности мобилизационной системы пропустить через себя такое количество людей. А что с техникой вооружения? Т-62 уже на поле боя, Т-55 на поле боя, БТР-70 уже где-то там снимается с хранения. А что, БТР-82 уже закончился? БТР-80 уже закончился, а Т-72Б3М, последняя модификация, закончилась. А Т-90 в разных вариантах, в том числе и супертанк «Прорыв», как вы говорите, закончился. А «Армата», «Армата» вообще бумажный танк оказался, она только на параде может по брусчатке ездить, на фронте «Арматы» нет. Танк, видимо, действительно все-таки был недоделанный, а действительно был только в парадном расчете. Вот о чем речь, понимаете? Поэтому когда Россия все это исчерпает, и тогда что? Тогда наступит вопрос подписания капитуляции. Одним из условий капитуляции, вот, почти уверен в том, что одним из условий капитуляции со стороны западного мира будет полный контроль над ядерным арсеналом России. А может быть, его изъятие. Может быть. Но то, что контроль будет, это можно сказать с определенной степенью уверенности. Потому как допустить бесконтрольность. Ну а дальше контроль плюс запрет на производство новых образцов. Соответственно, эти будут сходить с регламента, то есть вылеживать установленные сроки, их надо будет утилизировать. И через какой-то период Российская Федерация станет безъядерной державой. Я думаю, что это одна из целей этих мероприятий, которые сегодня проводятся с Федерацией, нашими руками, и это одна из целей нашей победы Российской Федерации, которая уже начинает все больше и больше приближаться. Еще один такой путь, и мы уже будем разговаривать, наверное, с новым руководством Федерации. Несмотря на то, что, как говорят, история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса, так вот, если в 91-м году мы говорим, что путч ГКЧП это была трагедия, то путч Пригожина сегодня это фарс. Но этот фарс сыграл роковую роль в политической карьере Путина. Сегодня, по-моему, уже никто, Орбан еще только один, наверное, остался, кто воспринимает Путина всерьез, как политического деятеля. Вот. Китай уже даже разочаровался, насколько Китай надеялся и очень хотел поддержать Федерацию в этой войне. Но после этого, я не знаю, как они видите, издания пишут, что Китай сильно разочаровался. Так что, вот такая вот ситуация.